Слишком близко подобрались. А когда это Шепард заволновал? Там могут быть противники. Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это Дикий Запад. Вас понял. Следите за переулками. Прикрываем. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет. Просто наблюдают за нами. Зуб даю. Это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Всем хантерам это сержант Коули. Приготовиться к бою. У нас есть снайперский огонь с нескольких позиций. Осторожно, нет.
помощь! Мы выезжаем на Хаммере Хантера 3! Отбой! Вас понял, 2-3. Один забежал в тот кабинет. Фоули! Он выходит наружу! Не могу сделать выстрел! Смит! Вперед! Быстрее! Так точно! Хантер 2-1, это Вермо. Доложите обстановку. Школа под контролем. Противник отступает. Совершаем зачистку. Принято, Хантер 2-1. Следуйте к точку сбора осторожно. Могут быть мины. Отбой. Вас понял, Оверлор. Спасибо за предупреждение. Отбой. Отряд, следить за противником. Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Она залог выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Тогда я вижу остальных. Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала.